Российско-грузинская граница работает по новому расписанию. Сегодня власти России и Грузии подписали соглашение о том, что пункт пропуска «Дарьял» временно будет работать с 6 утра до 7 вечера. Такой режим действует до особого распоряжения. Ограничение для проезда транспорта связано с возможной угрозой повторного схода селя. Транспортные средства, как вы видите, на выезд из Российской Федерации в очереди сейчас не стоят, ввиду того, что предприняты были все необходимые меры для того, чтобы ускорить пропуск транспортных средств. На въезд в Российскую Федерацию очередь небольшая имеется, обусловлена тем, что конец лета, начало осени, как обычно, кончается сезон отпусков, и люди возвращаются с отдыха к местам своего проживания, с местам работы, соответственно. 20 августа в километре от КПП «Дарьял» сошел сель, он перекрыл военно-грузинскую дорогу. Из-за стихийного бедствия погибли 2 человека. На расчистку обвала сотрудникам чрезвычайного ведомства МЧС потребовалось 10 дней. Из-за нового режима работы пункта пропуска на границе образовалась пробка и многочасовые очереди. Пограничники предпринимают все меры для того, чтобы ускорить пропуск транспортных средств. Все линии паспортного контроля открыты. Елена Черенкова, Тинатин Музашвили, Алан Гасанов, Осетия ТВ.